Здравствуйте, я вас официант, и сегодня буду принимать ваш заказ. Здравствуйте, будьте здоровы. Спасибо большое, очень приятно. Ой, я прошу прощения, что отвлекаю. Да? Небольшой бы презентик хотел вам предоставить. Можно на пианино сыграть для такой прекрасной и замечательной пары. Все хорошо? Все нормально? Вот ваш счет, пожалуйста, как вы и просили. Также хотелось бы от себя добавить вам дисконтную карту на все экскурсии. Гордо уверен, вам это понадобится. Спасибо. А сколько у нас вышло? С вас вышло 900 рублей. Возьмите. Ваша 1000. Спасибо большое. Приходите к нам снова. Извините, а сдачу можете вернуть? Типа современной молодежи. Йоу, мэн! Привет! Как дела? Короче, чувак, у меня траблы. У меня просто полный манибэк. Я сейчас в метро ехал, там был просто полный солдаут. Короче, чувак, надо что-то делать. Я честно никого не понял, чувак. Камон! Чувак! И мне всего 18 лет. Мне уже 4 бизнеса. И они все мои. Не отцовские. Мои. 2 миллиона зарабатываю в месяц в среднем. Вау, ты реально такой классный. Спасибо. Ну, девчонки, ставьте обязательно вместе с нами. У нас очень хорошая проходимость, не забываем, ладно? Сынуля, с окончанием школы тебе. Ну, блин, я же попросил Мерседес, ну, ё-моё, ну, пап, ты меня убил. У тебя всё в порядке, нет, с головой? Ты можешь успокоиться? Мы так классно с тобой сегодня погуляли. И честно, мне ни с кем не было так комфортно, как с тобой. Мне пора ехать. Проводишь? Да, не вопрос. Сейчас, секундочку. А давайте такси вызывай. Где ты живешь? Улица Правды. Улица Правды – это та самая улица, где люди всегда говорят друг другу только правду. Мне вообще никогда не нравилась твоя мама. Она просто ненормальная женщина. Кто кладет салфетки? Поехали. Come on, man. Ты здесь живешь, да? Да. Спасибо, что проводил. А ты меня к себе не пустишь? У нас с тобой сегодня ничего не перепадет? Чего? Я что, зря сегодня на тебя столько бабок лил, что ли? Господи, что я несу. Да, верю. На вас ужасная рубашка. Если бы парни вели Инстаграм как девушки. Блин, слушай, а можешь сфоткать, если сложно? Не, а так-то реально неплохая погода, слышишь? Так, я видео снимаю для истории. Вот думаю, на чем поехать, на ламбе или вот на мотике? Все хорошо? Да. Так, мне для истории это нужно. Я бы с девушкой расстался. И зачем ты это делаешь? Ну так надо просто. Там просто... Короче, забей. Резко ты сделаешь. Да, я знаю. Привет, как дела? Хорошо. Это тебя. Спасибо. Пойдем погуляем? Пойдем. Только после вас. Тебе все понравилось? Ну, конечно. Ну тогда до завтра. Да, надеюсь, мой парень не будет против. Что? Ой, водочка, водочка, огурчик, зеленочка. Бля. Ладно. Типы современной молодежи. Ребята, всем советую подписаться на этого парня. Я нашла идеальный блог, ссылочку оставлю.
ребята, я выложила новый видос. Смотрите, оцениваем, комментируем. Сколько стоит твой шмот? Эмполя нормально стоит, 1060 где-то. Вообще-то она стоит 70. Ну, я по скидке брал просто. Зачем? Ну блин, ну давай пойдем погуляем. Нет, я сегодня поработаю, устроился на работу, надо работать. Ну давай хотя бы завтра погуляем. Да блин, завтра я в другом месте работаю. Где? Так, короче, я думаю, самое время подкачаться. Hey, давай быстрее, на самолет через 20 минут. Зачем ты так делаешь? Все нормально, мы успеваем. Ну прости. Потахотик. Пс, парень, это все ерунда, убери. Я знаю, как понравится любой девушке. Блин, Полин, ты такая классная. А что было дальше? Да ладно! Ты такая красивая. Ой, спасибо. Ну, а ты что думаешь? Да, слушай, мне вообще как-то все равно.